Далекая Южная Африка. Сейчас много говорят о нашей дружбе с этой страной. А вы знаете, что в России и ЮАР есть даже общие страницы в истории живописи? Ведь надо было такому случиться, что самым известным художником, когда-либо жившим в Южной Африке, стал и до сих пор считается наш соотечественник Владимир Третьяков. Судьба забросила его в эту страну, в город Кейптаун, в конце 1940-х. По образованию график-иллюстратор, он начал развивать в своем творчестве реализм с элементами стилизации, под безусловным влиянием манеры Гогена. Такие картины, как «Женщина Востока», «Потерянная орхидея», «Китаянка», «Плачущая роза» получили мировую известность. В 1962 году выставку Третьякова в Лондоне посетило 200 тысяч человек, а в 2013, уже после смерти художника, там же в Англии картина «Китаянка» была продана с аукциона за 1 миллион фунтов, что стало абсолютным рекордом для художников из Южной Африки. В 2018 году выставка «Третьяки», как его ласково продолжают называть в ЮАР, прошла и в Москве.